Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной народного артиста Азербайджана Хананде Джанали Акперова. О его смерти стало известно накануне. Джанали Акперову был 91 год. Сегодня с исполнителем попрощались родные и коллеги. Джанали Акперов похоронен на второй аллее почетного захоронения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прислали венок на похороны народного артиста. Джанали Акперов был солистом Азербайджанского государственного оперного театра и балета. На сцене он создавал неповторимые образы Меджнуна и Ибн Салмана из оперы «Лейла и Меджнун», Шаха Исмаила из одноименной постановки и многих других в многомных операх. Активно в последние годы Джанали Акперов занимался подготовкой молодого поколения.